Хочу, чтобы было достаточно ясно видно дату. 1964 год. Это на странице тетради, которая гордо называется «Песенник». Здесь стоит мое имя. Я тогда была ученицей 6 А класса. И что интересно в этом песеннике сейчас для меня, он начинается с песни «Хотят ли русские войны?». Вот она, песня, написанная девчачьим почерком, с тем старанием, которое свойственно отличницам. И следующая песня – это песенка про Петю. Вот ее слова, при желании их можно прочитать. Тетрадь заполнена полностью. Здесь много песен, которые все знают. Вот они. Три танкиста, красный барабанщик. Я сказала, все знают. Знают многие люди, еще многие люди, которые росли в Советском Союзе, которые помнят Советский Союз. Вот она, ученица 6 А класса, пишет слова песни «Смело товарища ногу». А здесь картинки. Картинки наклеены. Я не буду показывать все страницы этой очень толстой книги. Вот я открываю случайно. Гимн Москве. Москва будет тем городом, где я получу высшее образование. В самом лучшем тогда университете. До сих пор любимом университете, Московском государственном имени Ломоносова. Вот они, эти страницы. Зачем я это снимаю? Даже трудно объяснить самой. Снимаю, потому что это память уходящей жизни, память моего поколения, которое тоже уходит. Сегодня нас осталось немного, даже из моей студенческой группы у нас уже считанное число. Вот она, история в моих руках. Надеюсь, что внучке когда-нибудь это будет интересно. Может быть, ее детям, моим правнукам.